Билетик, если что. Бесплатный проезд. Да, бесплатный проезд. Но вы почувствовали, что Михаил сделал выбор или вас? Серьезно, почувствовали? Или было такое, что, боже, хоть бы не я, хоть бы не я. Да, Валерия. Ну, я готов. Давайте сначала почему и потом имя мужчины, который вам был ближе всего. Итак, Валерия, прошу. Влюбилась с первого взгляда. Тимур. Тимур! Ну, все-таки Михаил, походу. Тимур! Прощай, Тимур! Точно Тимур? Вроде Михаил сюда идет. Прощай, Тимур! Тимур влюбился с первого взгляда? Я говорю, прощай, Тимур. Да нет, ну уже все, уже Тимур. Чем вас Тимур соблазнил-то? Что интересного в этом? Да, прошу. Валерия, так. Чем он вас соблазнил? Ну, просто понравился? Да, понравился. Глаза понравились. Хорошо. Тимур, давайте поаплодируем Тимур. Тимур. Здесь встретились. Где здесь? В Керчи. Когда? Год назад. 23 числа будет ровно год назад. Ровно год назад, как вы встретились. Да. И вот любовь с первого взгляда. Это произошло. Виктория! Нет, это Валерия! Валерия! Подождите, у нас есть еще... Надежда. Нам интересно. Не скажу. Подожди, ну как не скажешь, Надежда, чего? Давайте. Я выбрала Михаила. Мне кажется, он такой загадочный. И еще мне кажется, вот он был главой семьи. Вот прям главой. Спасибо. Да. Давайте поаплодируем Михаила. Спасибо. Павел, что скажем вообще, ситуация какая у нас здесь? Все в порядке. Вам кто-то понравился? Виктория! Уже было? Слушайте, я понимал, что мне уже 30, как бы надо пить таблетки какие-то определенно. Но не настолько. Поддержите наших участников, да? Я про него забыл. Да он все время сидит вот тут. Валерий, дай еще раз. А кто дальше? Все участники, да? А все. Давайте громче поддерживать, ура! Павел, огромное тебе спасибо. Я приглашаю тебя занять свое почетное место. У нас там Надежда. Огромное вам спасибо. Я вас благодарю. Эти аплодисменты вам, ура. Мне так хочется, Ольга, и я чувствую, что нашим телезрителям тоже хочется, чтобы Михаил и Виктория. Согласна. А? Снял парик, но это в конце, это будет кульминация нашего вечера, чтобы Михаил и Виктория прям продолжили тоже эту битву, это так интересно, чтобы они вчетвером одновременно это сделали, мне вот хочется почему-то, да? К сожалению, выиграть может только одна пара. Только одна пара? Да. Могут быть две пары. Но выиграет одна. Да, мы можем определить... По количеству правильных ответов? Нет. Мы можем определить одну пару из двух. Аплодисментом залом. А я так хотел, чтобы они на вопрос вот эти финальные вчетвером отвечали. Но это так было бы хорошо. Или нет? А как же они будут дальше? А дальше заберу подарки те, кто вот больше всех ответили правильные ответы, совпали ответы. Вот такая, да, вот интересно. Вечеринка. Мне кажется, да, это будет. Такая. Если, конечно, Виктория с Михаилом согласятся это сделать вообще. Здравствуйте, Михаил. Михаил, ты согласен? Чисто для поддержки шоу, я понимаю, что да, надо. Чисто для поддержки шоу я пересплю с ведущего. За победу. Но то, что наши не совпали сердца, это действительно так, и это правда. Но если хочется кульминации, то пожалуйста. Мы хотим Михаила дальше видеть вообще шоу. Да! Это будет
это хорошо. Виктория, вы согласны? Правила соблюдать что? Надо, но давайте. Подожди, парик. Я понял, здесь все. Здесь можно шоу закрывать просто, да, и парик снимай, и все, как бы. Да, значит, уважаемые финалисты. Я готов в шоу. Я предлагаю как сделать. Мы даем вам 15 минут, чтобы вы на барной стойке ресторана «Вкус жизни» попробовали коктейли и пообщались друг с другом. Вы все равно не знаете друг друга, да, вот, как бы, вы же не в курсе. Пообщайтесь друг с другом. Чем позже мы встретимся, это будет финал романтического шоу «Любовь с первого взгляда». Куда вы? Куда, Валерий? Вы куда? Барная стойка вон там находится, да, прошу. Там есть все, там есть все. Да, там есть все. И Вера, прошу, тоже. Да, уважаемые гости, мы продолжаем наш следующий вечер. Даня, Миша. Так, друзья. Что, надо? Виктория, вы что пьете? Валерия, вам напьем? Так вот, как раз таки, наверное, здесь. Так вот. И вот. Наливаем. Почему они наливают? Вот троллейбусного парка. Им все наливают, да? Как так получилось? Вот.